И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Extinction. И сегодня мы пойдем за гачами. Большими, полумохнатыми, полукаменными, халявными, выдающими на халяву ресурсы. Ну-ка стоять! Отлично, красава! Так, ну это у меня точно будет за глаза. Что бы тебе качнуть? Не, урон точно уже не хочу качать. Давай выносливость. Выносливость это все-таки много выносливости, а это будет хорошо. Полетим на совушке сове. Почему? Потому что она клевая. Я на ней не летал уже очень давно. И вот это вот всегда клево. Класс. Ух ты, нифига себе, на какую дальность он бабахает. Блин. Надо бы что-нибудь придумать. Ладно, потом придумаем, это уже про другое. А сейчас мы летим за гачами. Прожимаем супешник и... А если еще и на ускорение? Красота. Летим мы в лес. В лесу будет куча ресурсов, я надеюсь, на металл. Давай прогружайся. На металл, который, собственно, я добуду анкилкой. Я, если что, вызову анкилку к себе. Давай грузись, мать твою, что ты творишь? Так, подожди. Оп, трубу вруб... Да пошел ты нафиг! Ох! Я просто, если что, выключал, у меня тут ФК был несколько часов, я выключал игру. И это ты просто посмотри, какой ужас. Такс. Труба так и не включилась, отлично. Теперь труба включилась. Ох ты, какой красава, 110 левел. Блин, жаль, ты не доживешь, пока я буду вас томить. Ты смотри просто. Ау, как это клево, туда-сюда вот это. В целом сюда можно спуститься пешком. Я спускался пешком, это был клевый опыт. Спускался пешком, то есть я прям с самого верха до самого низа шел. Это был клевый опыт. Больше не хочу. Вот, я специально спускался пешком, потому что я так захотел. Ну, у меня есть такое. Я хочу проверить, как это будет. Вот. Поэтому я пошел спускаться пешком. А сейчас мы идем искать гача. Сейчас мы еще вспомним. Да ты серьезно? Вот же говно. Еще и терезинка тут тоже. Ну, это же терезина. Да ты серьезно? Терезина еще тут тусуется. Ну, как это было? 90-й. Да ты даешь. Ну, ты, блин. Но... Ох, ладно. Кстати, я тут что-то удивился. Я куда-то прилетел. Что-то мне подсказывает, мне сюда рано лететь. Да. Я удивился. Почему-то на... Тихо. На серии с инфорсерами, с Enforcer Scout, у меня мало просмотров. Зато в предыдущей серии почему-то слишком много просмотров. Ну, то есть, необычно много, я вот так сказал. То есть, плюс 5-10 просмотров сверху. Даже получается, да. Даже получается не 5-10, а 10-15 просмотров сверху. О, гача. Давай-ка посмотрим. 85 левел. Слушай, 11 элементов, ты не борзеешь ли случаем? Но. Да, здесь типа всякий хлам можно скидывать, но... Погадки. Что это слово? Погадки, блин. Но суть в том, что... Вот эти... Как у Лёхи от этого... Болевотёхи, как у Лёхи от этого... От совушки. Это самый топовый корм для гача. И кормить нужно просто кидать перед ним... Ну, собственно... Как... Кстати, я удивлен, что это... Некоторые видосы говорят, это уникальное томление этого. Так, что там, сейчас плюнешь что-нибудь? Кристальчик. Там, по идее, должен на спине сверкать.
типа такого-то. Просто нужно посмотреть, что он вообще дает, какие он ресурсы дает. Конечно, я могу притомить любого, но давай по уму хотя бы немножко раз сделаем. Ну, кстати, с совушкой получилось прям очень кайф. И быстро, и по уму. В общем, короче, видос говорит, типа, это такое уникальное томление. Ты, типа, можешь, то есть никто так не томится. Ну, блин, камон. Ну, камон. Я как минимум Василиск на прошлой карте томил так же, только я кидал яйца. Да, это были яйца Дрейка, это определенные ресурсы, но я не думаю, что ты будешь, к примеру, 337 соломы кидать, чтобы он, типа, хал. Ну, камон, вот. Вот это чудо. Две кокулёхи и все. И он притомится. Так что, камон, ну, блин, я не знаю. В чем уникальность, я не знаю. Вот Троадоны, да, это уникальные твари. Там надо, короче, Ноглины, вот эти вот пиздюки, тоже уникальные. Вот они, да. Я вот не помню, он сам скидывает или нет. Давай, короче, я здесь потусую сейчас около него. Здесь безопасно. Я могу около него потусоваться, сбросить его. Вспомнишь говно? Вот и оно. Троадоны. По идее, он должен сбросить кристалл. Во, кристальчик появился. Во, он засверкал. Значит, скоро он его сбросит. То есть, в следующий раз, когда он так присядет, он должен его сбросить. А я его открою и посмотрю, что там. Во-во-во. То есть вот каждое он свое движение, то есть вот это удар лапы и все в таком духе, он получается это накапливает вот это вот кристалл. Вот, смотри, уже второй появляется. В общем, он накапливает этот кристальчик. Хлобысь. Блин, даже на паузу не пришлось уходить. Так, кристалл гачи. Что же ты нам даешь? Короче, я еще подожду, может, что он еще покажет, что он дает что-то другое. Хочу 85 левел, это же клево. Да и в целом у них нужно немало. Может, начать томить? Да и притомить их сразу штук 5. Хотя будет прикол, если они будут выдавать одинаковые ресурсы. Ой, мне там... Ой, я сейчас вспомнил, сколько мне металла нужно. Етишки, мне тут еще надо будет потусоваться, металл подобываться. Так, это фиомка. Кстати, я реально всегда путаю фиомок, вот когда они тусуются, вот пока не начнут ходить, вот издалека, типа, фиома или медведь? Так, смотришь, длинная морда фиома, а если со спины, так вообще фиг поймешь. Короче, давай начнем томить. Несколько штучек притомим. Тем более, что какой... Иди сюда, пиздюк, сейчас я тебя покажу. Слышь, ты на кого тут быканул? Быканул он тут на кого-то, посмотрите-ка на него, а. Ладно, давай, короче, томить гача. Да, томить гача. Гача. Так, тебя нужно томить, если не ошибаюсь, именно точно так, что тебе просто нужно дропнуть под ноги, ты такой хоп-хоп подошел, захавал. Но это не всегда канает. Экс, это не канает. А вот так. Братан! О! Сколько? В смысле? 14%. Ты серьезно? Чё постоянно мешается? Так ты серьезно что ли? Слышь, братан, давай, гетер. Да ты нифига себе, ты серьезно что ли? Ну-ка давай тусуйся здесь, хавай. Так сколько там минуты на исчезновение? Да ты, о, вот и верь после этого цифрам. Слушай, а мне не хватит. Здесь одна кокулёха осталась. Ты понимаешь, одна кокулёха осталась. Так, что там еще? Что там еще? Так, подожди, давай все сюда. Что там могу тебе кинуть? Припасы, металл, камень. Давай. Да какой нафиг арбалет? Да ну нафиг. Давай, камешек, добывай. Да поляха-муха. Так, стоять. Камень, металл, все жуй. Да ты серьезно? Да, ну нафиг, давай еще добывай.
Чё ты там такого захавал, что у тебя так много дропнулось? Давай! Стой! Куда? Назад! Развернись! Жри! Ох, твою мать! Да я тебе бросил! Так я кому бросил? Тебе или не тебе? Ну-ка жри камень! Камень хавай! У тебя сейчас торпор сбросится! Стоять! Ну на кремень тебе! На тебе кремня дофига! Зависла! Отвисла! Куда? Куда побежал? Игра! Твою мать! Притомился, ядришь тебя, мадри... Ох... А, кремень, вернись, ты мне пригодишься еще. А что там по кремню? Ну, кремень чуть хуже, чем камень, отлично. Надо было кремень кидать, что-то забыл про него. Ну, ты не конкретно подставу кидал. Говорит, две кокулёхи, я типа притомлюсь. Ага, притомился он такой один, но... Две кокулёхи. 6 скинул, 5 точнее скинул, еще и не хватало. О, это что получается, там штуку 8 надо было кокулёх. Ох. Ну ты вообще, короче. Пойду камень добывать. Левел не важен, зато это важен. Так. Во-первых, отсвистываем. Во-вторых, на пассивочку. Пассивочку, а не нейтралочку. Пассивочку. Отлично. И... Домой! Отлично. Так. Ну, погнали добывать камень. Обалдеть. Да какой киркой? Ты что, дурной, что ли? Топором добывать же камень надо. Давай, о, скинчик прогрузился. Ох, ужас-то какой. А вот ты верь после этого. Вот, вот. Ни разу не врала вот эта вот фигня. Сколько показывает, столько и нужно было. Что этот, что... Ой. Какого фига? Ладно, камень-то камень. Его можно везде добыть много. Сейчас еще, короче. Ух. Ух, прям. Вот это я взбодрился, конечно, да. Ладно, еще камешек добыть надо. Блин, я только сейчас увидел. Ты смотри, какая красота. Настоящий синий обелиск. По сути, по идее же синий. Вот здесь находится. Блин, я и забыл, что здесь вот находится обелиск. Ах, как же все-таки красиво. Черт побери, насколько же это красивая игра. Блин, жаль, у меня видеокарта говно, которая не поддерживает такую красивую игру. Ну да бог с ним, погнали искать еще гачук. Гачушек. Пока у меня... О, такое... У меня еще надолго хватит этого полета моего хорошего. Конечно, да, надо, наверное, лучше на базу будет сходить и там поискать. А, куда? Здесь где-то вот в этом же районе они и спавнятся. Там где-то... Где-то... Где-то такое было место прикольное. В смысле это все бобры? Опа, чё? Сколько-то у вас там цементной пасты? А-а-а. Говоришь, много там у вас, да, цементной пасты? Ну-ка, давай. Приземляйся. Ща устроим вам это. Ревизию, комиссию. Эй, ты ж етишь, пилотишь. Да подожди! Не бей! Не бей! Не бей! Не бей! Ай, твою мать! Ай, ёб твою ж за ногу! Ай, больно! Твою... Да пошли вы! Мать вашу! Дебилы! Больно же! Ты... Давай, иди сюда! Ну, цементная паста есть цементная паста. Уж добыл тогда был. О, кстати, дерево тоже пригодится. На скармливание этого. Да... 150! 145! Да ты серьезно? Вот это кайф место! Не, просто реально, их тут... Оу. Хм. Ну, самое главное, вовремя улететь. И никто не агрится. Почему? Потому что я их отогнал до этого. Ух, красота. Блин, да я не туда лечу, однако. Блин, вспомнишь, где этот долбанный мост? Там такой, как мост, не мост, короче, ну, типа, такая река,
и расщелина. А там много гачи тусовались. Не помню. Ну там их реально всегда было много. Добрый вечер. Как ваше ничего? А пошли вон! Ублюдки! Это мой... Нет! Моя, говорю, территория! Да, конечно, сова, как это... ДД-класс вообще никуда. Но! Ты! Дурной отродье. Стреляется еще, пуляется. Бам! Газелина, я тебе сейчас покажу кукуськину. Так, добрый вечер. Гачинский, добрый вечер. Ай, такс. Стоять! Блин, не отсвистел тебя. Такс. Ну давай еще пробовать томить. Что у нас тут есть еще? Так, кожу жрешь? Не очень, да? Типа как универсальный ресурс работает. Но в любом случае насрать. Так, Ротан. А ты что есть? Ай, ёб твою ж за ногу. Подожди, блин, я лошара не то жму. Так, стоямба. Оп, видал, что могу? Ну-ка, давай. Давай. Нанюх. Я не знаю, что ты там захавал, но это явно не то, что ты должен был захавать. Ага! Ага, тебе просто кучку кинул, ты стоишь, хаваешь с нее. Ля, какой непривередливый, а? Ты посмотри-ка, и стоит, хавает из этой кучки. О! Братан-то, я и тебе... Не щи. Я и тебе эту... А, хотя тебе этой кучки тоже хватит. Чё? Ты там это? Подожди, не... Да подожди, ты не хавай, говорю! Стой! Чувак, он, короче, зря быканул. Он случайно захавал. Блин. Ну ты, короче, такой прям вообще... Ой, жадный. Ой, такой жадный, короче, прям ужас. Нет бы поделиться. О! Слушай, ты мужик или чё? Чё ты сапкой-то не поделился? Нифига себе. Просто взял такой, всё захавал. И довольный сидит, главное, такой. Блин. Так, короче, иди на базу. Так, ну, во-первых, сначала пассив тебя, а потом лети домой. Нифига себе, тоже джентльмен недоделанный. Блин, зад просто весь камень захавал. Лака это, не сбросилось. Да стоять! Да стой ты, ёб твою ж за ногу. Так, ну, отлично. Такс. Пассивочка. Оп, дом. Вперед. Надо было камень, наверное, у тебя забрать, да? Сколько при этом камня? Естественно, ноль. О! А вот это не жадно, это не захавало все. Ну, погнали еще парочку поищем. Синенькие кристальчики, прикольно. Еще парочку поискать, притомить, а там уже будем смотреть, что они по ресурсам дают. Клево, не клево. Но в любом случае будет халява, надеюсь. Вот, и надеюсь, что это будет хорошее. Так что, грех жаловаться. В любом случае, гачи это еще та редкостная халява. Так что о чем будет речь? Да, слушай, вот где-то вот в этом месте. 95-й левел. Жрешь ты, наверное, просто жуть сколько всего. Но, я думаю, 600 камня тебе будет за глаза стоять. Эй, красавица, покуши камница. Да. Это ты просто так на это? Или ты хаваешь там? О, пошла жара. Класс. Хавает по 20 за один прием пищи.
прям аж пальчики оближешь. Отлично. Так. Стоять. Пассив. Оп. И домой. Да, это вам не сервер. Я думал, тоже сейчас улечу на базу. Это вам не сервер, здесь легче все находится. Тем более я сюда первый раз прилетел. Так что да. Все это дело только прогружаю, вот, собственно, они и спавнятся. 15 левел тоже пойдет. Так, это как у Леха было, это не то. Самое главное, что в гачах клево. Они сами ресурсы находят. Ну просто что, ты бросаешь, они сами разворачиваются и идут. Это не как Василиска, которым нужно прям в лицо кинуть яйцом. Эти сами разворачивают такие на запах. О, кайф. Тыкс-тыкс-тыкс-тыкс такие и поперли. А 20 камня за один, за одну хавку, типа да. Но опять-таки же, левел здесь, насколько я понимаю, не сильно уж важен. По крайней мере, я так считаю. Это к дудошке. По крайней мере, это как по мне. У них есть... Так, никакая тварь не нападает. У них должна быть какая-то фигня. Вот, навык изготовления. И по идее им нужно... О, камешек я себе подобрал. Так, вот это выкинь говно. Да выкинь гадость, как у выкинь в прямом смысле слова. Такс. Погнали на базу, короче. И там... пиздюки! Пошли вон! Вот. У них должна быть... типа... пауза долбанная. У них должна быть типа... это... навык изготовления. То есть от навыка изготовления... зависит, можно так сказать, все. Так, но это не обязательно. Давай, выносливость, отлично, все супер. Вот, от навыка изготовления тут зависит абсолютно все. Точнее, зависит качество ресурсов. У них есть? У них же вроде, да, здесь только в S-плюсе вот эта гача Гаважар. Металла требует до срачки. Создается только в тег-репликаторе. Но, насколько я понимаю, штука клевая и довольно-таки неплохая. Экипируйте седло, и тише, высотише, на вас еще седло надо делать. Хотя бы надо одно. Ну, че ты, блин, промахиваешься? Оп-оп. А что ты требуешь? А, ты фигню требуешь. В общем... как-то так. И качество вот этого вот ресурса, насколько я знаю, зависит вот от вот этого навыка. Поэтому, конечно же, есть смысл немножечко их подкачать, что очень немаловажно. Ну и, соответственно, всегда держать камешек в кормушке. Что тоже очень немаловажно. Шхавают они камень. Для них это прям топ еда. Поэтому берем... да, вот это вот точно им будет достаточно. И ложим в кормушечку. Yep. А вот с левелом я ошибся. Левел важен. Вот все трое прокачаны. 4 левела. Все в навык изготовления. 108,2, 122,7 и 113,4. Вы поняли, насколько все-таки сильно влияет левел разница. Здесь уже было вкачано что-то 119, если я не ошибаюсь. Изначально. Ну и как понимаете, томить их не сильно уж и сложно. Поэтому большой левел притомить не очень сложно. К примеру, здесь вот, уже 121. Так что, да, здесь все-таки левел очень важный. Еще бы я был мог вот и пахнуться бы сейчас. Вообще была красота. Все-таки с гачами я ошибался.
И у них разница в левеле все-таки важна. Не так, как у дудошек. У дудошки там это просто курятник. А здесь все-таки навык изготовления это дает качество ресурсов, которые они дропнут. Так, что я забыл? Смотри, если взажать, то здесь мы видим, что он добывает. Обсидиан, глина, синий кристаллизированный сук, зеленый, кремень, солома. Ну, то есть, как бы такое себе. Но что я точно не знал, смотрите. Вот на эту морду. Такая грустная, такая печальная. И вот на эту морду. Довольная такая, прям. Эх, счастливая, прям. Эх, прям. Суть в чем? Если стоят два одинаковых пола, то есть, короче, ближе, чем 12 этих блоков, два одинаковых стоят, то они почему-то грустные, короче. То есть, одного пола рядом ставить нельзя. И, если что, от этого у них зависит то, как они часто вырабатывают кристаллы. Ну-ка, давай проверим. А, ты смотри, какие-то такие... Твои ж за ногу, а? Так и счастливенькие стоят, ты посмотри-ка. Не то, что вот эти вот, все такие унылые, грустные. Ёп. Ох ты ж мать вашу. Ну, придется, короче, одному из них тоже самку, короче, притомить. 6 гача будет. Ну, почему бы и нет? Так, ну, допустим. Ставим сюда. Ну, у них еще эффект это сохраняет ценное время. Но давай посмотрим вот здесь что. Ну-ка. Эй, ты смотри-ка. А что самое главное, когда они грустные, к ним подходишь, они еще и отворачиваются. То есть вот так они смотрят, а так они еще начинают от тебя отворачиваться. Это что такое? Это как? То есть просто они из-за этого начинают грустить? Вот смотри, вот он стоит такой грустный. Даже самку захотелось притомить. Они такие стоят счастливые, веселые. И, кстати, благодаря этому они скидывают больше этого. Но у меня больше вопрос к тому, почему они не сбрасывают. И, по ходу дела, кроется все-таки то, что... О, кстати, стоямба. Я что-то помню про вот такую вот фигню. Фундаменты, концмер. Помню, какая-то была фигня, что они не хотели с кормушки хавать. То есть они хавали, ну все нормально, но только когда в инвентаре у них все это дело находится, тогда они начинают вырабатывать кристаллы. Вот что-то типа того. Так, а этим... Так, ну ты тут стоишь, он... Так и морда какая-то непонятная. Да не, он, походу, тоже такой развеселился уже нормально. Суть в том, что этим сейчас попробуем камень в инвентарь закинуть. Потому что вот сколько я здесь уже тусовался, они не хотят ничего скидывать. То есть прям реально они ни разу не сбросили ничего. Так, попробуем сделать так. Да, у меня тут стоит item collector, но он не собирает, он не рассчитан на эту фигню, то есть он не собирает. Он собирает вот эти вот... О, кстати, а тому чуваку сейчас дадим вот это вот. Во, ты смотри-ка, и сразу же побахнулись. Отлично. Ну ты вот, вот и вот, вот короче, вообще. А. Все, то есть я их, во-первых... На, чувак, хавай. Че, мне жалко, что ли? Да? Говно, конечно, редкостное вы мне тут надропали, но пускай будет. Кстати, я так и не посмотрел, что мне они дают. Вот вы камень хаваете или нет? Или все-таки вам реально лучше давать ресурсы? Ну, что-то так туда-сюда. Во, слушай, хавать стали! Так, продакшн.
так, ну, сор, жемчужный глаз, элементальная пыль, ты посмотрите, какая красава. Так. Ну, органика. Классно. Вот интересно то, что я вот эти вот залутал одновременно. Они состакались, они как считаются? Кремень, глина, обсидиан. Так. А здесь? Ну да, у них совершенно разные. Вот как это посчиталось, что я залутал? Блин, это непонятно. О, и ты, братан, тоже скинул. Красота. О, ты посмотри-ка, вообще красавчик. Красавчик. О, а эти не состакались, они разные. Черный жемчуг? В смысле? Ты серьезно, мне черный... Ух ты, какой красава. А давай-ка я тебе чисто на черный жемчуг поставлю. Или ты, у тебя это не работает так? Че ты когда там дропнул? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа! Да ну нафиг! Ну да, мне основное точно говно, а вот черный жемчуг — это кайф. Ты посмотри-ка, еще и левел у него огромный. Ну не зря я тебя как у Лехи кинул, не зря. Вот прям ты... Ты красава. Я сам к тебе надо. Ну как-то не очень-то вот это вот, когда вот они вот так вот. Соль тоже неплохо. Соль пригодится. В общем, вот как-то так. А самое главное, мне нужно сделать платформы под них. Хочу сделать платформы. Платформы делаются в тек-репликаторе. Пфстр, блин. Как-то качем. Да, и требует 2500 слитков металла. Да, поэтому мне сейчас нужно будет явно вернуться обратно. И все это дело... В смысле, лутать металл. Но это классно. Я жемчугу добыл, конечно, это просто кайф. Кстати, их лучше сразу же настраивать на что-нибудь нужное. Типа... Соли мне много не надо, вот органика мне всегда пригодится. Вот здесь элементальная пыль, соответственно. И уже неплохо, неплохо. Но, как видите, да, нужно обязательно скидывать им в инвентарь. Так они начали скидывать ресурсы. Хоть так. Так, здесь у нас... Да, жемчуг давай. Жемчуг вообще кайф. Ну, лишним не будет. Не знаю зачем, но пускай будет. Обсидиан. Пускай будет он. Вот такая вот фигня. Да, ты смотри, счастливенький какой стоит. Какой Лех нажрался и довольный. Черного жемчуга мне понаскидывал. Супер. Вот это я понимаю, ресурсы пошли. Красота. Надо бы ему стенок накинуть, да. У меня этих все равно каменных стенок полно. Я ж тут сначала из камня много чего пытался сделать, а потом уже это. Эх, чего не жалко, того не жалко. Но они структурки, если не ошибаюсь, любят больше. То есть уже готовые структуры они любят больше, чем что-либо. Вот такая вот фигня. Вот такие вот агачи. И вот такие вот у меня халявные ресурсы по факту. Супер. Супер. Пиу, пиу. Да что у тебя? Так. Пускай будет так. Это не та кнопка. Ну а я на этом уже буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.